Всем привет из города Китаксю, из Японии. У нас закончились финалы в отдельных видах. Закончились они вот так вот для нашей страны. Я допустила ошибку в упражнениях с булавами, но за короткое время смогла справиться и подготовиться к ленте максимально хорошо. Завтра у нас тренировочный день, но послезавтра не менее важный финал многоборья. Мы вдвоем там, поэтому продолжаем работать. Отдохнем потом. Тоже очень рада, что смогла побороться в своем единственном финале, что мне получилось взять медаль.